Поклонники заподозрили молодых исполнителей Рауфа и Файка в плагиате. Действительно, треки новоиспеченных артистов по звучанию подозрительно напоминают песни XXXTentacion. С выходом нового альбома фаны забросали юных исполнителей гневными комментариями. Все дело в поразительной схожести их треков с произведениями Tentacion. Российские блогеры не упустили возможность пропиариться на скандале. Сравнили песни и вынесли вердикт. Плагиат. Послушаем детство. И это плагиат. Всеми любимый сериал «Секс в большом городе» получит продолжение. Изюминкой сиквела станут героини возраста 50+. Новая часть раскроет отношения женщин и мужчин среднего и предпенсионного возраста. Они идут. Наш враг не устает. К радости поклонников «Игры престолов» после финальной серии 8-го сезона HBO планируют показать фильм о съемках сериала. В нем покажут тяжелые бои создателей со сверхлюбопытными фанатами, борьбу со сжатыми сроками и тяжелыми погодными условиями.